Сегодня наши коллеги из Провладимира решили хайпануть на пустом месте и выдали в свет сенсацию. Якобы губернатор Сипягин почти в два раза увеличил финансирование средств массовой информации. Это, конечно, полная чушь. Это не так. Наоборот, в 2019 году расходы на СМИ несколько сократились по сравнению с 2018 годом. А бурный рост этих расходов шел при предыдущем губернаторе Светлане Юрьевне Орловой. Сейчас нажали на тормоза.